Дежурная. Ну что, приблизь. Как бы тут ну, очень полезный, Паша стал его покупать. Мне самой приблизь надо. Ну, именно вот этот свежий. Ну, маринованный, то как бы вкусненький тоже. По чуть-чуть, как чеснок. Он же такой, как я сказать, как чеснок, да. Очень он пряный. Человека не пряный. Ну, чеснок тоже. То есть его подарить, он не пряный. О! Алена, если тут кусок сала, зачем уху варить? Маша, что ты пьешь утром? Я покупала. А кого?